Эй-йоу, всем привет, братишки мои и сестренки! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в PlayerUnknown's Battlegrounds. Да, кстати, не обращайте внимания, пожалуйста, на мой внешний вид. Так надо. Значит, сейчас я тебе расскажу краткую историю. Значит, выходят новые кейсы на тестовом сервере в PlayerUnknown's Battlegrounds, и я, естественно, как настоящий мужчина или тигриный лев своего дела, записываю их для тебя, дабы посмотреть, обсудить и так далее. Это было, значит, за день до, когда я готовил ролик, чтобы смонтировать и выложить его на следующий день. Так я обычно делаю. Так вот, значит, встаю я утром, чищу зубы, читаю комментарии на ютубе и смотрю, мне пишут: «Шиморка, новые кейсы в PlayerUnknown's Battlegrounds появились. Где, блядь, мой ролик, нахуй?» Ну, естественно, я сразу же побежал, помчался. Значит, этот образ так надо. Ты узнаешь, почему я его сделал. Вот, а сейчас мы с тобой осмотрим новые кейсы. Ребята, это удивительно, что вводят разработчики, я просто в шоке. Но, во-первых, есть вот такой вот крейт за 5000 бипишек. Называется он Target Practice, да, и имеет сковородку с прицелом в жопу. Ну, то есть, как бы обычно сковородка висит за жопой, точнее, на жопе, да. И, как бы, естественно, дает понять, что она отбивает, как бы, патрон. Пулю, точнее, да, патрон она не отбивает, пулю. Так вот, и теперь все могут целиться в жопу тебе, ребята. То есть, если ты такую сковородку на дел, то знай, что твоя жопа несомненно под прицелом. И это очень круто, кстати. Может быть, это будет работать психологически на каких-нибудь игроков, и они реально будут стрелять в жопу. Но, тем не менее, также нам ввели, ребята, новые Equinox крейты, в которых есть Dragonlore сковородка. Называется она The Olive Branch. Я не знаю ее стоимость. Мне кажется, она должна стоить будет миллионы просто. Также супер-убер-пупер скины. Sharkbite, посмотрите, какой кар красивый. Смотрите, какая М16. Смотрите, Goldplate АК-47. Наконец-то! А золотой АВМ нахер не нужен, Silverplate, ла-ла-ла. Остальное все так. Но вот эти вот три скина я их очень хочу. Ну и АВМ золотую тоже. А вот это вообще топчик. Давай посмотрим, что у нас сегодня получится. Давай попробуем передернуть, как говорится, и сделать свои выводы. Поехали, братишка. Поехали, братишка, смотреть, что это за новые кейсы. И будет ли сегодня у нас удача с тобой, черт побери. Будет ли... Чё за херня, блядь? Подожди. Нет, это нормально, это хорошо. Три говна... Да ладно! Миллионы! Он же стоит миллион, он должен стоить миллионы! Миллионы! Миллионы просто! Подожди, извини, пожалуйста, сейчас я свернулся, ты не думай. Ты не думай, что я... Господи, а если он сейчас на торговой? Чтобы стоимость примерную вообще оценить, пожалуйста, его нету даже на торговой, сейчас он стоит, оценка моя, миллионы! Миллионы, нет его на торговой площадке, сейчас ТВАК-47, миллионы, господи, миллионы! Я его хотел, теперь мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, шарковый, кар какой-нибудь, акулиный, да, кар хочу, акулиный, с акулой, блядь, это ты посмотри, сразу выпало то, что я хотел, а вот это удача, вот это я понимаю, он должен стоить очень дорого на первоначальных, скажем так, парах. Так, там говно всякое, десерт песчаное выпадает дальше. Пожалуйста, сделай мне еще какую-нибудь миллионную пушку, пожалуйста. Ну, ключики же и кейс, ну, дорогие же. Остальное все так себе. Остальное вот эти вот камуфляжное говно. Ну, для тех, кто любит камуфлироваться в PlayerUnknown's Battlegrounds и не светить особо своим оружием, скажем так, да, это будет, наверное, актуальным явлением, как бы носить все камуфлированное. Это даже хорошо, я бы сказал. Но меня интересуют вот эти красивые вещи, которые стоят миллионы. Или сковородка желтая, пожалуйста. Пожалуйста. Господи, сделай мне эту золотую сковородку, пожалуйста. Она стоит, наверное, миллиарды. Миллиарды просто, по-любому, миллиарды просто. Но как ее выбить, вот в чем вопрос. И возможно ли это? Какой шанс? 0,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 
что 3 крейта остается. Ну, гол так 47 уже есть, но посмотри, все остальное падает. Пустынный вот этот камуфляж, да, и это очень и очень плохо. И нет, к сожалению, нет. Давай откроем вот это говно. Давай откроем и получим свою сковородку. Сковородку я эту надену, это даже угарно, как мне кажется.
То есть это очень важная вещь, на мой взгляд, да. Я не знаю, насколько будет дороже, чем Glory, да, это самая пиписочка, да, вот таким вот образом мы сделаем. Вот она пися, смотри, какая, вот она пися какая, смотри. И, соответственно, блин, АК-47 Glory тоже красив, понимаешь? Тут вот такая, такой момент, что он тоже красивый, видишь, то есть он вот этот тоже красивый. И вот этот золотой, ну с золотым-то АК-47, наверное, эпичнее, да, посмотри, золотой. Вот это прям под образ подходит, прям посмотри. Ладно, ладно, братишка, сейчас мы идем на сайт, у меня для тебя еще сегодня очень много-много сюрпризов. Сегодня мы еще будем делать с тобой очень интересный такой момент обучающий, да, как разводить сквады, но это чуть позже. Сейчас мы идем на сайт, дрючим там. Я, ребята, у меня такой коверканный выпуск получается, сейчас все поймете, короче. Ладно, поехали. Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на pubglucky.com, где будем дрючить бодрячком, черт побери. Ладно, давай посмотрим. Сегодня мы с тобой просто пробежимся по разным кейсам, посмотрим, где наша удача. Конечно же, весь упор у нас основной будет идти с тобой на те, соответственно, места, в которых у меня, скажем так, нет. Здесь меня интересует Turquoise, вот эти вот вещи, и я очень надеюсь их сегодня получить. Давай, наверное, с них начнем. Начнем с пятерочки таких вот Turquoise и посмотрим, что из этого выйдет. Опа! Блять, конечно. Обрадовался. Тратишь 155, получаешь 11 рублей. Охеренная удача. Ну, по крайней мере, на тестовом сервере про новые пушки. Жалко, сковородка желтая не выпала. Если бы она хотя бы на тестовом выпала. Нет, лучше бы она не выпадала на тестовом, потому что в таком случае мне пришлось бы пососать пенис. Радостно, этого нет у меня. Сколько стоит? Миллионы, миллионы по-любому. Блять, но все равно 155, я потратил 300, я потратил 450, получил 963. Так, давай теперь вот этого добиваем. Мне нужны вот эти вот две вещи. Они очень дорогие, эпичные, и хуя не выпадут, это 100%, как бы. Ну, просто, чтобы они выпали, нужно, знаешь, как бы, я не знаю, пенис, как говорится, напрячь, да? Хотя, причем пенис и... Ладно, не обращай внимания на то, что я несу, я часто хуйню всякую говорю, как бы. Это не для того, чтобы заполнить эфир, ты не подумай, как бы. Я хуйню несу... Фу, блядь, говорю разные вещи, потому что... Ну, говорю просто, да. Вот так вот, как бы. Вообще, мой канал, говорю, что хочу, блядь. Вот, вот так вот. Так вот мне нравится позиция, да? Или не нравится? Или да, или нет? Ну, хуй его знает. Ладно, короче. Давай смотреть. Что-то мне это не нравится уже. Я уже потратил больше баланса, чем выбил... нет, как раз... Как раз еще не все потеряно, как говорится. Давай доведем как надо. Давай дожмем до штуки, короче. Ой, блядь, 155 тратишь. Выпадает вещь за 15, за 35. Смотри, 3 клика это 450 рублей получается, да, как минимум. Silver Plate Scar L. 2295, ёб твою мать. Вот это я понимаю. Да, он у меня есть. Мы сейчас с тобой делаем просто эпично. Я сегодня хочу прям нормально так. Давай, давай в лакшери. Давай попробуем окупить, как говорится, сумму вообще максимально эффективно. Давай попробуем. Прямо чтобы, блять, прямо жестко чтобы. Смотри, сейчас показываю. Я думаю, это изи. Я думаю, это изи. За 452, кстати, девайс выпал. Что-то я чем-то давиться начал, блять. Перестань давиться, блять. Сейчас начну кашлять, черт побери. Блять, по 562, господи боже, что ты делаешь? Что ты делаешь, воин молодой, блять? Нет, я больше в лакшери не хочу кейс. Нет, в пизду, это какая-то хуйня. Извините, пожалуйста, за выражение, но как бы я получил девайс, и тут же я его прокакал, да? Замечательно, блядь. Просто охуенно. Ладно, давай какие-нибудь такие вот байкеры откроем, хуяйкеры. Может, что-нибудь дорогое, может быть, Close Mask выпадет. Еще одна, как бы, она у меня есть, но... А нет, давай просто пробежимся по кейсам вообще. Милиша, крейт. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас есть абсолютно все, что здесь имеется. Поэтому мне абсолютно не важно из него ничего. Favor крейт, тоже который с ключиком. Здесь у меня есть, ну, практически все тоже. А ее, по-моему, у меня как раз нет. Нихуя, я нашел предмет, которого у меня... Блять, я думал, я почти все собрал. Подожди, или она у меня есть? Что-то я не помню своего персонажа в этой педерастической юбке за 5000 рублей. Ёбаный насос. Ну, от этого мне... Давай просто тогда прокликаем кейс, а то я, наверное, одинаковый открываю, вот мне и выпадает всякий говнодроп, блять, который нахер не нужен. 5000 рублей плюс 900 уже у нас есть...
девайсом. Ну, конечно, со Steam не сравнится. Помните, как я в Steam 20-ку поднял просто, блядь? Просто 20-ку мне в Steam выдал, скажем так, гейп. Ну, в папке не гейп, но тем не менее. Ладно, короче, давай еще попытаем удачу. У нас очки, значит, капают, падают. Блядь, все или ничего, короче, нахуй. Давай. Я думаю, ребята оценят. Сейчас показываю, как нужно эпично выносить просто плащ. Эпичный вынос плаща, ребята. Эпичный просто, блядь. Но я должен рискнуть. Я уже все вокупился, как бы я хочу рискнуть. А вдруг в плюс большой иду. Причем не в большой, а в дичайший. Смотри, просто показываю. Вот сейчас с этого клика, нахуй, падает плащ, смотри. Хуяк, пиздык, смотри. Забудьте, я это вырежу. Я просто ушел с сайта, короче, момент будет такой, короче, типа. Ну все, я забираю, баланс оставил, типа, короче, все, блядь. Все. Пиздец, блядь. Смотри. Все или ничего, нахуй. Нахуя такие кейсы вообще делать тогда, если там ничего, нахуй, больше, чем все. Ну, хотя, что я хотел. Ладно, давай это все дело принимаем, короче, в стимчике и осматриваем на персонаже. Да тут, кстати, очень быстро принимается, поэтому я тебе делаю уже переключение на PUBG. Ты видишь, да, PlayerUnknown's Battlegrounds, я сейчас на экране. Сейчас кто-нибудь напишет: Шимору, блядь, голос идет, а картинки нет. Шимору, нахуя мне смотреть на черный экран? А ты знаешь, я тебе расскажу одну историю, знаешь, секретную, да? У меня когда-то был стрим, и нихуя не работало. А это было, по-моему, по Ark Survival Evolved очень и очень давно, пару лет назад. И так вот, мы сидели с черным экраном час, пиздели, и зрители только прибавлялись, ты понимаешь? Понимаешь? То есть, это было охуенно. Это было радостно, конечно. Надо бы стрим уже провести. Ставь лайк, если ты хочешь стрим. Интересно, сколько мы лайков наберем, если вы хотите стрим? Ну, скажем так, чтобы я его сделал в ближайшие... Ну, я не знаю... 10 дней, скажем так. Насколько ты сильно этого бы хотел, понимаешь? Ну, давай проверим. Насколько ты этого сильно хочешь? Сколько лайков мы сможем собрать вот на этом видео? Вот интересно, кто этот момент услышал? Насколько ты хочешь сильно стрим? Где это говно? Где эта вонючка? Где это? Вот, смотри, у меня ни одного скина нет на Томми Ган, и теперь у меня есть туркос Томми Ган. Так, а теперь где же у меня сладкая моя харутенечка, да? Да, одна юбка у меня. У меня эта юбка одна, черт побери. Можно теперь сделать шикарный образ персонажа. Можно вообще радостно теперь сделать. Подожди-ка, ты посмотри. Теперь можно реально сделать настоящего брутального гэнгста щитмена. Вот это я понимаю. Нет, перчатки здесь не нужны, они к образу не подходят. Подожди. Где шикарные вещи все? Вот. Вот это да, вот это я понимаю образ. Вот так и должно быть, это самый, что ни на есть, секси стайл. Просто посмотри, какой стриптиз-бой получился у нас. Ням-ням-ням, слушай, не нравится. Ну а теперь, значит, я тебе раскрою один секрет. Значит, многие подписчики наши, молодые львы, спрашивают меня. Слушай внимательно. Говорят: Шиморо, каким образом быть ниндзей в этой игре? Каким образом разводить сквады так, чтобы меня никто не видел, а я их убивал одного за другим? Как мне это сделать? Мне, маленькому тигриному льву. Тигренку. Тигренкому львенку. Вот так, тигренкому львенку мне. Как это сделать? Смотри, показываю. Всем привет, братья мои и сестры. С вами, как всегда, я, Утес Шимору. Добро пожаловать в PlayerUnknown's Battlegrounds. И ты попал, братишка, на секретное видео. Сегодня я буду раскрывать тебе тайны убиения противников, большого количества противников, в одиночку, в соло. Значит, я сейчас стараюсь записывать какие-то такие интересные вещи, и давай посмотрим, что у нас получится с тобой именно здесь и сейчас. И как ты заметил, как ты мог заметить, обратил, наверное, свое пристальное внимание, мы с тобой прыгнули рядом с Хусиендой. Да. Той самой Хусиендой, где количество пиздюков превышает количество лута на самой Хусиенде. Где враги уничтожают друг друга настолько быстро, что не успевают заметить, как пролетает время за игрой. И прямо сейчас мы с тобой будем уничтожать сквад победителя, который выживет в Хусиенде. Я один, их четверо. Ну, либо двое, либо трое, но я не думаю, что как бы выживет там, двое. Хотя всякое бывает, может и один выжить из сквада. Ну, в общем, мы добьем остатки Хусиенды.
Добьем остатки Хусиенды в соло. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Я что-то, знаешь, придумал такую рубрику «Ниндзя против сквадов». И вот пока пытаюсь, знаешь, какие-то такие вот наметочки сделать. Так, это хорошо. Блядь, шлема нет. Без шлема, конечно, хуево. Но, может быть, найдем на подходе к Хусиенде. Потому что они сейчас там воюют. В городе тоже воюют. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Хоть и без шлема будем мансить, крутить, вертеть, значит. Но главное нам уничтожить всех. Так, значит. Вот она, Хусиенда, да? Пока в ней абсолютная тишина. Видимо, все друг друга перестреляли и сейчас лутаются. Надеюсь, они не убегут оттуда до того, скажем так, как я приду. Но прежде чем мы с тобой попадем в ту самую, в эту самую, точнее, Хусиенду, мы с тобой залутаем конюшник. Да? Конюшник. Конюшник это там, где... Конюшник, блядь. Почему не конюшня, нахуй? Почему конюшник? Охуенное слово, мне нравится. Конюшник, блядь. Конюшник. Мы с тобой будем лутать конюшник, нахуй. Ну, знаешь, как свинарник. А почему, кстати, вот конюшня не, блядь, конюшня, а, блядь, не, вот как, знаешь же, свинарник. Почему не свинарня, блядь? А, обычно свинарник говорят, правильно? Правильно. А почему конюшня тогда не конюшник, блядь? Мне нравится конюшник. Лошадинник и, ну, вот коровник, да, блядь? Конюшник, блядь. Ну, то есть, лучше так. Мне кажется, так звучит эпичнее. Значит, вот эти вот места многие игнорируют. Смотри, здесь может быть сейчас третий шлем. Нихуя. Здесь лишь третьего шлема нет. Ладно. Давай сейчас аккуратненько продвигаться. Молодые зигряные львы уже где-то здесь. Или не здесь. Опа. Опа. Топает. Топает, говно, услышало меня. Кричит сейчас своим в микрофон. Ребята, у меня враг. Ну-ка нахуй, блядь. Давай я тебе покажу, что такое настоящая бомбежка в пубге, блядь. Давай, маленький, блядь. Настоящая бомбилога. Теперь заходим в помещение и слушаем. Самолет не вовремя. Нихуя не слышно, блядь. Петушня, блядь. Сейчас, смотри. Так, значит. Он может прийти вот оттуда. Сверху. Топотун лег. Лежит там, отдыхает, слышишь? Ждет своей очереди. Кто будет первым из них, блядь? Вот в чем вопрос. Напоминаю, мы играем в стиле ниндзя. Поэтому здесь нужно шифтить. И вот так вот топать, как слон, дабы дезориентировать противника. Короче, бежим просто и даем пизды, нахуй. Какой стиль ниндзя? Да нормальный стиль ниндзя, кстати, нормально. Где ты, блядь? Здравствуй! До свидания! Постреляли, ушли! Запоминай, записывай блокнотик, доставай. Опа-опа, видели меня? Ищем позицию, чтобы подлечиться. Хорошо. Пошла приемочка. Постреляли, ушли. Это самое важное в тигрино-львином деле. Ждем. Друга потеряли. Блять, добить, где он? Он ползит. Блять, патронов нет. Так, теперь нужна пушка. Теперь, ну, так, ниндзя не поступает. Нет, все нормально. Откисули. Мазила, пошел нахуй. Пошел нахуй, друга уже потеряли, блядь. Вас разводят, ложки! Что-нибудь бы, блядь, что-нибудь... Юмпа. Никто не взял юмпу, нахуй! Так, хорошо. Еще как минимум двое. Или трое. Задача теперь разъебенить их. Видел? Пострелял, ушел. Это очень важно. Пострелял, ушел, подлечился. Не надо ждать войны. Ты ниндзя. Ты убиваешь из тени очень быстро. Понимаешь? Хладнокровно, блядь, как лев. Понимаешь? Подо мной где-то здесь. Нахуй ее вертел? Нихуя себе. Ты чувствуешь это? Где еще один?
А, не... все, откисуля. Сразу откисуля. А ты чувствуешь, теперь прочувствуй это. Я только что убил победителей Хусиенды. Ты понимаешь? Ты понимаешь вообще, насколько этот режим, новый режим, который мы с тобой сейчас придумали, хорош? Я уничтожил, блядь, победителей в Хусиенде. Один пришел и забрал их. Великолепно. Великолепно. Ладно, пошли дальше. А сейчас, братишка, мы прыгаем с тобой в Лос-Леонес. Самый крупный город на карте Мирамар. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что здесь много молодых тигриных львов, значит. Они схлёстываются между собой, исследуют эту карту, получают удовольствие, либо неудовольствие. Ну а наша с тобой задача, естественно, поиграть за ниндзю. Вырубать по одному и, соответственно, потом, как бы, грубо говоря, стратегически разваливать весь склад. Вот какая у нас задача. Ну, попробуем это сделать. Самое главное — внести, скажем так, панику в ряды противников. То есть это очень важно. То есть я обещал тебе рассказать, как это делается. Так вот, рассказываю. Вносить панику. Но прежде чем мы будем вносить панику... Слышь, они там... Ух ты, охуенно, смотри, третий шлем, блядь. Вот это я понимаю. Кстати, это самые топовые места в городе. А вот эти вот два строения, да, там всегда есть третий девайс. И третий, вторые, либо рюкзак ты там найдешь, либо еще что-то. Поэтому обязательно их лут. Ну? Слышишь? Слышишь? Тут молодой тигренок, блядь. Так, нахуй. Очень быстро забираем и уходим, нахуй. Давай. К другу пошел, да? Че, нравится? Вышел. Че, блядь? Прилег? Или присел? Это маленький. Где он, блядь? Что это за нахуй? Я здесь ниндзя или он? Я здесь ниндзя! Где ты, блядь? Не пугай меня, блядь. Он в траву замаскировался. Что это за херь происходит здесь? Петра, чё? Петрут-то, где ты, блядь? Господи! Так, хорошо, минус два. У тебя был один нужный мне девайс. Ждем остальных. Должны прийти его друзья. Либо его друзья в перестрелке с кем-то. Потому что рядом я их не чувствую. М416 нахуй. Кусок говна. Мне сейчас Скар больше нравится. Это я отвечаю на вопросы тех, кто, блядь, почему ты М-ку пропустил, нахуй, блядь, Чумору, блядь. Пидор, блядь, ты не лутаешься, блядь. Потому что нахуй не нужна твоя М-ка, блядь, понимаешь? Мне Скар нравится. Вот такие дела. Так, ух ты ж нахуй. Фулл третий сет. Фулл третий сет, братишка. Ну где же друзья? Где же друзья двух петушков? Вот в чем вопрос. Где же друзья подтасканные? Так. Блять. Так. Так, вот там вот перестрелочка, да? Значит, там можно отшимбинить кого-либо. Но как ниндзя я уработал, по сути, здесь... Одного, ну и второго, в принципе, тоже. Он почему-то неожиданно сидел с монтировкой. Как так не успеть залутаться в Лос-Леонесе? Я не знаю, это какой-то странный молодой тигриный лев, блядь. Он пытался, по крайней мере. Он хотел спрятаться вообще, похоже, и залутать труп друга, да? Точнее, его остатки такой. Знаешь, друг-мародер, блядь. С тела товарища убиенного снимает, соответственно, девайсы. Такие, кстати, есть. Я таких встречал. Вот, поэтому... Там перестрелки слишком агрессивные, мы туда не пойдем. Опа. А здесь приложенец. Так, подожди-ка, здесь жмура оставили. Возможно, здесь и есть друзья оставшиеся, нет? Или друзей уже давно сейчас расчехлили? Вот в той перестрелке. Опа. Опа. Нихуя себе плотный огонь. Плотный огонь! Это, очевидно, один из них. Играем как ниндзя.
Бегают, бегают, слышишь, да? Бегают петушата. Играем как ниндзя. Аккуратно. Хладнокровно. Размеренно. Ожидаем своего противника. Это очень важно. Дыши вместе со мной. Дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Понимаешь? Это очень важно. Нужно сфокусироваться, понимаешь? Фокусироваться. Есть только ты, твое оружие и топот, понимаешь? И кто-то, сука, ползет здесь, блядь. Без кроссовок. Побежал. Справа заход. Иди ко мне. Иди сюда. Хе-хе-хе, ёбаный Петретчо. Кричи другу своему, блядь. Да, он кричит другу, он покричал другу, друг пришел. Теперь друга как ниндзя. Друг лутает его труп. Ползает в лесть. А вот теперь это весь склад. Он охуел. Ты почувствовал? Скажи, ты почувствовал? Как ниндзя, понимаешь? Об этом я тебе и говорю. Хладнокровно, жестко, дыхание. Понимаешь, нужно контролировать дыхание постоянно, когда ты это делаешь. Ты должен понимать, что ты хочешь от противника. Блять, это такая, знаешь, удивительная, уникальная, я бы сказал, мини-игра. Да, твоя задача убить четверых реальных игроков. Развести их. Ты один. Ты должен включить свое воображение, ты должен представить, что ты их уже убил, понимаешь, и выбрать верную позицию. Очень важно слушать, понимаешь? Слушать. В этой игре, блядь, нет ничего важнее слуха. Как бы, потому что стрельба здесь стрельбой, но, блядь, здесь главное наебывать, понимаешь? Наебывать именно красивенько, 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 уходить в разные-разные-разные стороны, окружать и убивать по одному. Ты не должен выходить на целый склад. Одного кнокнул, убежал. Убил, убежал. Ты должен менять позицию постоянно. Че, нравится тебе это? Нравится? Ставь лайк, если нравится. Да и вообще просто ставь лайк, нахуй. Я же стараюсь делать для тебя такие серии, всякие интересные пытаюсь снимать. Потому что PUBG заебал просто брать топ-1 там или просто бегать. Хочешь чего-нибудь интересного, понимаешь? Хочешь чего-нибудь такого, чего можно прочувствовать в этой игре? Этих топ-1 уже, блядь, сотни тысяч миллионов. Хочется просто вот как-то интересные какие-то интриги, понимаешь, моменты такие вот. Что-нибудь такое, как бы. И зимнюю карту хочется. Вот. Заебались со своими джунглями, хуюнглями. Хоть там и допиливают карту, понятно, но все равно заебали. Надоели уже со своими всякой хуйни наделают, блядь. Сделайте мне зимнюю карту с пуховиками, блядь. И волками какими-нибудь бегающими. Вообще, ПВЕ элементов добавьте, чтобы в лесу были медведи, блядь, какие-нибудь. Прикинь, бежишь, перестрелялся с кем-то за лутом, хуяк тебе медведь за жопу. В такой, блядь. Весело, хуесело, вот это мне нравится, это не нравится, это да, это да. Так, значит. Где-то здесь должны быть тигриные львы. Видишь, все открыто. Нужно идти по следу, нужно нюхать, понимаешь, вынюхивать. Нужно почувствовать себя настоящим волком, понимаешь? Вынюхал потом, и вперед, понимаешь, что очень важно. Опа! Опа! Два человека. Движение. Это мои следующие жертвы, понимаешь? Это мои следующие котятки, блядь. Как я их убью, я уже представляю. Сначала одного, потом отбегу, либо добью. Потом второго, потом отбегу, либо добью. Меняю позицию, кручусь вокруг здания. Как я это сделаю? Или просто прижучу всех сразу? Нет, надо как ниндзя. Поэтому в присадочку аккуратненько крадемся к противнику. Как настоящий тигриный лев. Нахуй пошел. Че, у меня микрофоны включены? Нахуй пошел, блядь. Где друзья ваши, блядь? Убегаем, меняем позицию. Где-то друзья должны быть. Еще один. Нахуй увертел, блядь. Так, минус три. Двое лежат, блядь. Че? Чуваки, блядь, микрофон, нормальный чат смените. Так. Я не хочу отдаться. Лечи их там, лечи, поднимай, блядь. Радуйся жизни. Вас убивает настоящий ниндзя своего дела.
Ты прочувствовал это, да? Минус 3. Меньше, чем за 10 секунд. Ну, пусть двое лежат. Конечно, у них есть еще один друг, который их может сейчас поднять. Скорее всего, он их сейчас поднимет. Но ты прочувствовал весь кайф ситуации, понимаешь? Вообще просто были обоссаны, понимаешь? В одиночку обоссаны от одного человека просто. Ну-ка, это непростительно. Понимаешь, это унизительно. Так, хорошо. Кинули дым. Ресает там, ресает. Думают, там, блядь, целая армия их убивает. Шиморо. Отец Шиморо, человек армии. Чё там пиздишь, нахуй? Понимаешь? Человек армия. Один против... Охуенно, хуй, мне нравится. Выбили окошко. Почесать яйцо немножко. Выйдите сюда на меня. Выйдите, я покажу вам себя. Слушаем, продолжаем слушать. Очень важно. Еще одно окно. Нихуя не боитесь, что ли, блядь? Слушаю. Они притихли. Либо их здесь нет. Аккуратно. Ёбаный зажим, нахуй! Опа, опа! Где-то здесь? Это чё? Чё, блядь? Одинокий лев. Это соло против сквадов, другой ниндзя. Хуёвая у тебя карьера, братишка, тебе пизды дали. Я здесь всех убиваю. Охуенно, блядь. Я еще одного ниндзя встретил, видишь? Подобное притягивается к подобному, нахуй. Только он получил пизды от такого же ниндзя. Видимо, этот тигриный лев их выслеживал, и эти газели были именно его добычей. Но тут пришел я, да, я ему и Они пришли посмотреть на убиенное тело говнаря. Внимательно продолжаем слушать, понимаешь? Ты чувствуешь накал страстей, как это охуенно, понимаешь? Они бегают и думают, чё, ой, дым раскидали, хуяли, говно вонючее. Блять! Там другой сквад! Сука! Это бутерброд. Надо их убивать. В каком доме, блять? Я бегаю под домом. In the house там орёт. Короче. Я в бутер попал. Блять! Он мне все испортил! Но в любом случае, я показал то, что хотел. Ай, пока.